Всем привет! Это обзор отеля Кулинан Белек. Начнем с комнаты, и здесь есть двухспальная кровать и еще одна кровать для ребенка. Обязательно покажу вам бар. Здесь есть чайник, вы можете делать себе кофе или чай, и в подарок бутылочка вина. И такой холодильник, самый обычный, но в холодильнике такой набор, и это пополняется каждый день и входит в систему «Все включено». Пиво, кока-кола, сок, водичка обязательно. Детишкам сладенькое. Закрываем и идем дальше. Посмотрим, что здесь, кстати. Должны быть... О, вот вам кофе и чай здесь. И бокалы для вина, наверное, вот здесь. Точно. Давайте сейчас пройдем, посмотрим на балкон. Но прежде чем пойти на балкон, посмотрите, какой здесь стол. Очень интересный. И тоже в подарочек такие фруктики с тарелочками. Обратите внимание на стену, как она украшена. Вот этот белый шкаф, он открывается, и я покажу попозже, что там. Вот такой балкон. На балконе шикарная кровать для отдыха. Можно здесь лежать, наслаждаться. И у нас получается такая комната вот с видом на отель, с видом на море, с видом на зелень, с видом на горы, с видом на стоянку. Ну, вот такая вот досталась нам. Ничего. Номер просторный, хороший. Мы на третьем этаже, вроде бы, как мне помнится. Ну, а сейчас пойдем покажу, что же спрятано в том белом шкафу. Так, ну прежде чем мы зайдем в эти белые двери, я вам покажу, что здесь подарочек. Еще есть маска для сна около кроватки. И та-дам! Вот это та стена, но за ней ванна. То есть душ. Вот такой вот душевая кабина с полотенцами. Все как надо. Сразу туалет. Принадлежности, зубная щетка, ватные палочки, все-все, даже вот такие маленькие щипчики, шампуни, кондиционеры вот этой марки. Так, из Милана, прямо из Милана привезли. Вот такое зеркало, это я, привет. И сразу смотрим шкаф, вот в таком формате, открытый шкафчик. Можно сюда все повесить, много вешалок. Обязательно мягкие-мягкие халатики с названием отеля. В общем, все шикарно-шикарно. Сейф, шкафы. Все, что нужно для идеального отдыха. Так, друзья, комнату мы заценили. Теперь пойдем в ресторан и посмотрим, чем нас будут кормить. На входе сразу становится все понятно, потому что такая подача креветок в кокосах – это уже плюс. Всем доброе утро. Вот это у нас тут рассвет, конечно, красивый. Смотри, как красиво. Сегодня будем гулять по отелю, я вам буду показывать и рассказывать, где что находится. Покажу ресторан, покажу, чем кормят. Продолжаем наши каникулы. Как вы видите, тут множество различных сыров. Посмотрите, какую сырную тарелку они собрали. Разные вкусные булочки встречают нас. Вот такие тостики. И еще бюрик. Утром у нас очень хорошо пойдет такая водичка с огурчиками. Сейчас налью себе и попью. Разнообразие сезонных фруктов впечатляет. Они даже где-то клубнику нашли. Все очень свежее, вкусное и сочное. И, конечно, свежевыжатый сок. Вила, будешь апельсиновый сок? Давай.
Günaydın. 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 Ну, как вы поняли, в отеле все только самое-самое лучшее. Посмотрите даже, какие они пряничные домики сделали в честь Рождества. Мы сейчас как раз пришли в бассейн, и сразу его вам покажу, пока вспомнила. Сейчас мы проходим через бассейн к мини-клубу. Здесь можно сделать такую дорогу, чтобы не идти по улице и не мерзнуть. Вот такой вот теплый бассейн. Здесь очень тепло, вода теплая. Кабель можно перейти на улицу, и на улице тоже есть обогреваемый бассейн с подогревом. Вот такая вот территория небольшая. Сейчас будет немножко потеплее, и мы пойдем опять купаться. Вот такой вот бассейн с подогревом. Сейчас на улице немножко прохладно, солнышко до сюда еще не дошло, даже видно немного пар такой от воды, потому что водичка теплая. Сейчас мы идем в мини-клуб, в Kids Club. Он находится здесь вот очень рядышком. Вот, собственно, его территория. И горки. Горки очень крутые для детей. Просто волшебство. Но работают они, естественно, только в летний сезон. Вот он, детский клуб. Милана уже бежит с удовольствием. Ей очень понравилось. Заходим. И потом я вам покажу, что там есть в детском клубе. И, конечно же, я хочу показать вам это огромное поле для игры в гольф. Оно обалденно красивое, огромное, такое широкое. Сейчас хочу пройти там, вот, где видите фонтанчик, посмотреть с той стороны. Но вот это поле, оно просто очень красивое. И я думаю, все люди, которые играют в гольф, они выбирают именно его. Очень много людей, кто играет в гольф. А этот туалет не могла вам не показать, потому что он тоже прекрасен. Вы посмотрите, как его оформили. Огромное зеркало, еще одно. Вот так вот красивенько сделали. По стенам тарелочки из соломы. Двери какие шикарные просто. Посмотрите. Вот такой вот даже туалет вызывает внимание. Давайте я вам сейчас покажу, как украсили отель к Новому году. Так вот красивенько. Вот такие олени с Дедом Морозом, которые везут детишкам подарки. Лестница сумасшедшая. Вот это красивая, украшена. Там все в огоньках. Пойдем, вам сейчас покажу вот этот бар. Такой красивый. Его сегодня приготовили. Открывают потихонечку. Вчера он был закрыт. Такие вот сиденья с подушечками в углублениях. Когда его приготовят, обязательно надо будет его посетить. Смотри, как красиво. Очень. Сейчас мы зашли в спортивный зал. Я вам обязательно его покажу, потому что он великолепный. Здесь очень много всяких дорожек, других приборов. Ой, все заработало. Открываются окна, чтобы был свежий воздух. Или наоборот, закрыли. Вот такие велосипедные
тренажеры, потом, чтобы тягать всякие железки. Ну, вы поняли, да, какой он, насколько он мощный. И всю эту красоту подчеркивают вот эти вот неоновые надписи. Это очень круто. Только посмотрите на масштаб этого спортивного салона. Идеально. Друзья мои, это не простой бассейн, это бассейн шок бассейн, потому что очень холодный, и сейчас я буду в него заходить. Еле. Тут можно просто умереть, он очень холодный. Этот бассейн реально только для самых-самых смелых. В отеле проблем с едой вообще не будет. Вы только посмотрите, сколько роллов они налепили. Главное не переборщить. Каждый день в Irish Pub проходит различная программа с живой музыкой. Также присутствует игровая комната. Здесь очень много игровых приставок и даже есть настоящий боулинг. Еще один новый день, и начнем его с кидс-клаба. Милан одевает вот такую штучку и будет сейчас играть в мини-клубе. У них будет как мастер-класс по печенькам. Вот покажу вам как раз кидс-клаб. Такой вот он разноцветный, красивый, лего, разные игры и много-много еще другого. Еще есть вот такая вот игровая комната. Очень круто, здесь любят лазать детишки всегда. А вот тут вот делают поделки, я так понимаю, какие-то елки, может быть, будут делать. Может, вы будете сегодня елками смотреть? Сделали много разных штучек. Еще покажу кухню, она сейчас закрыта, но это какой-то ресторан, где могут кушать дети, даже не выходя из... А вот как раз этот мастер-класс с печенюшками будут делать, круто. Такая вот кухня прикольная, могут кушать, не выходя из кидс-клаба. Песочница даже здесь есть. Смотрите, можно играть в песочек. Ты здесь играла, дочь? Да. Прикольно. Прям настоящий песок? Вот так вот украсили к Новому году. Шариками все красиво сделали. Пойдем посмотрим, здесь еще есть кинотеатр. Надо подняться по лестнице. Опять украшения, Дед Мороз. Такое новогоднее настроение. И по указателю идем в кинотеатр. Ого! Все серьезно. Смотри как. Ну а здесь написано балет. Здесь учат танцам. Вот это какая комната красивая. Тоже украсили, возможно, шариками. И вот это вот стена такая, чтобы сделать балет. Ну-ка посмотрим. Та-дам! Очень круто. Вообще. Нет, мини-клуб. Огонь. Так, ну а здесь уже взрослые детишки играют
PlayStation. Тоже в формате блокса. Очень круто сделали, ярко. Еще такая игровая зона. Тоже можно лазать здесь с детишком. Очень интересная спортивная площадка. Рай, рай для детишек, рай для детей сделали в этом отеле. Мы отдыхали на Рождество 25 декабря, это было. И посмотрите, что они придумали для детей. Какая насыщенная программа. Сейчас пришли на гала-ужин по поводу Merry Christmas. И это пушечка, потому что здесь все идеально. Мы только сели, и уже началось шоу. Мы немножко далеко от сцены, но все равно все видно. Зал полон. Очень все круто. Нам все нравится. Будем наслаждаться моментами. Так, немного еще покажу вам вот этот бар. Он просто великолепен. В бога стиле. Вы посмотрите, какую люстру здесь навесили. Вот это да, вот это бомбочка. Здесь проходят все тусовки летом, диджейские. Очень круто. Вот такой вот вход. Вот так вот это все выглядит. Бар. Просто конфетка. Сплошные локации для фотосессий. Еще немного красоты вам. Рассвет мы уже видели, а это закат. Думаю, идеальная картинка, чтобы завершить это видео. Если тебе понравилось, поставь лайк и не забудь подписаться. До новых встреч!